Лампасы – просветы контрастного цвета на брюках, входящих в комплект повседневного и парадного военного обмундирования офицеров и генералов, служат идентифицирующим признаком командного состава в мирное время, в полевых условиях исключаются как демаскирующий признак командира. Лампасы на брюках строевого офицера представляют собой узкую полоску ткани, вшитую с внешней стороны штанины между кусками ткани, составляющими ее переднюю и заднюю половины. При изготовлении генеральской формы используется более широкий просвет, который может закрепляться поверх шва брюк. Первые лампасы появились у скифов. Впервые на обмундировании русской армии появились в 1783 году в ходе реформы, проводившейся Г.А. Потемкиным. Однако при очередной реформе при Павле I были упразднены. Через несколько лет, в 1803 году, были восстановлены первоначально у Улан, а затем и в других войсках. Просуществовали в том или ином виде до 1917 года. В Российской империи казаки носили одинарные широкие лампасы по цвету казачьего войска. Казачий лампас, в отличие от других частей русской, а также иностранных армий, прежде всего является символом вольности. Сословной принадлежности лампасы – неотъемлемая часть формы казака. Даже в мирное время в СССР цвет лампасов и кантов менялся со временем. В РКК лампасы были введены в 1940 году на обмундировании генералов. Изначально они были красного цвета для армейских генералов всех родов войск, голубого для авиации и малинового в войсках связи, инженерных, технических и интендантской службы. Ширина каждого лампаса устанавливалась в 2 см, а с февраля 1941 года – 2,5 см. Затем появились лампасы малинового цвета для генералов медицинской и юридической служб, затем этот цвет упразднили. Для генералов НКВД СССР с 18 февраля 1943 года существовали лампасы василькового цвета для внутренних войск и светло-зеленого цвета для пограничников, но в 1945 году эти цвета были упразднены и заменены на красный. Адмиралы ВМФ СССР с 1955 года носили лампасы на парадной для строя форме. Лампасы суворовцев, кадетов и учащихся спецшкол представляли и представляют собой одну красную полосу по наружному шву брюк. Лампасы на брюках. Точка, 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 точка.